Снова всем привет, дорогие друзья. Наступает у нас 43-й день в игре Seven Days to Die. Я продолжаю лутать после Орды вещи. Ночи не хватило мне на это. Казалось бы, вроде бы немного здесь вещей, но... Но ночи не хватило. Так, это мы забираем все. Сталь, это прекрасно. Куча патронов, куча денег, немного еды и радиатор. Так, ну и посмотрим, как работает гвоздемет. Нужен какой-нибудь сильно покоцанный блок. Ой, это уже улучшение. Железобетон я здесь улучшил, железобетон этот блок. Вот, сильно покоцанный. То есть за один удар он восстанавливает много. Здесь все целое. Так, где-то я видел. Почему-то там покоцанный блок. Давайте по низу еще пройдемся. Вот здесь вот ковыряли. Но слегка, буквально слегка. Эти решетки они даже не пытались бить почему-то, не знаю. Хотя вот это, мне кажется, самый короткий путь ко мне. Но ремонтировать, наверное, все это я буду... Хотя почему? Вне записи не буду. Давайте сразу я сделаю, чтобы потом, когда мы опять будем торопиться перед Ордой, на это уже не отвлекаться. Тем более, что наша защита показала себя с лучшей стороны. Я не думаю, что здесь имеет смысл что-то сильно модернизировать. Те, кто ждет демолишеров с таким вожделением, потирая лапки. Ну, я не знаю. Почему-то нет демолишеров. Наверное, потому что у меня 48 уровень, 104 этап игры. Сейчас 2700 зомбаков, то есть не так уж много. Видимо, поэтому их нет. Не знаю. На демолишеров мне не везет. Я их еще ни разу в игре не встречал. Но как они работают, я в курсе. Это уже лишнее, это уже, так сказать, наведение красоты. Так, и здесь тоже почему-то покоцано. Так, ну, стекло мы так ремонтировать не можем. Слегка потолок покоцали птички. Да блин, вот в чем опасность, видите, гвоздемет за один удар сразу же. Если промахнулся мимо блока, он его не чинит, а улучшает. А поскольку и чинится, и улучшается он бетоном, то мы сейчас получим часть блоков в железобетоне. Причем совершенно мне это было не нужно. Придется нижние блоки потом улучшать в железобетон, чтобы было. Или в принципе можно будет перекрасить просто вот эти вот железобетонные в обычный... в текстуру обычного бетона. И будет то же самое. Здесь все. Люк я еще хотел заменить. Вот что. А топор я выложил, да? Нам особо нечем сковырнуть его, да? Ну ладно. Бог с ним. Он, в принципе, нормальный. Так, меняем очки. На наши. Это сюда. Это все сюда. Так, электрику часть я выложу сюда. Сталь, железо сюда. Бетон. Хотя, в принципе, булыжник здесь не нужен. Булыжником мы здесь ничего не чиним. Куча бетона здесь, конечно. Но почему бы и нет. Патроны. Так, а пистолет я выложил. Пистолет я заберу, патроны эти тоже я заберу. Здесь пистолетом делать нечего.
Смысла его здесь хранить никакого нет. Молоток можно здесь оставить. В принципе, таблетки вот эти можно здесь оставить. Да и все. Остальное вроде бы мне... Так, гвоздемет. Нет, не молоток. Давайте... Не, молоток пусть будет здесь. Гвоздемет я возьму на базу. Там буду им улучшать. Можно оставить вот эти патроны для турели. Вдруг она все-таки понадобится. Ну и все. Остальное вроде бы... Можно забрать с собой. Идем на базу. Там я выложу барахло и отправимся с вами в путешествие. Надеюсь, до конца дня мы успеем добраться до торговца следующего. Надо высадить еще семена. Пока мы будем ездить, они как раз прорастут. Ну и дадут уже плоды. Здесь у меня вот такой лес. Так. Так, выкладываем все лишнее. То, что на продажу сюда. Этот пистолет пойдет на продажу. Они все, в общем, пойдут на продажу. Потому что, ну, пистолеты уже все. Совершенно не актуальны. Деньги сюда. Части дробовика, но пусть пока будут. Бензоинструмент тоже пусть пока будет. Вдруг мы сможем сделать бензопилу. Так. Модификацию тоже сюда. Сейчас мы продавать ничего не будем, наверное. Единственное, что я бы хотел сварить еще мясо. Все-таки. Нравится мне вареное мясо. Сложных сейчас блюд готовить не будем. Так. Это можно выложить. Таблетки парочку оставим. Остальное выложим. Бафы с собой. Вот эти большие лечилки можно убрать. Вот этот пистолет на продажу пойдет. Мушкетон, наверное, тоже можно будет продать. В принципе, он мне без нужды. Коктейли Молотова я возьму с собой, потому что, ну, думаю, что настало их время. Железные прутья не пригодились в таком количестве. Это сюда. Так, гвоздемет сюда. Патроны. Давайте решим, что делать с патронами. Эти, естественно, я выложу. Еще один стак возьмем, 7,62. Вдруг мы опять будем зачищать какое-нибудь большое здание. Надо просто хорошо подготовиться сейчас перед походом, чтобы не лохануться. Взломщик есть, еда есть, вода есть. Ну, что-то мы найдем еще по пути. И вот у меня еще есть две карты. Не знаю, есть ли смысл их активировать. Напишите в комментариях, как вы смотрите на то, чтобы раскопать по этим картам сокровища. Ну, сокровища, конечно, в кавычках. Это берем. Патроны эти тоже берем. Лопату берем. Бур. Бур, не знаю. Бур, наверное, не берем, потому что раскапывать стройматериалы уже, наверное, смысла нет никакого. Бур, наверное, я оставлю. Вот эту вот возьмем. Снайперку, конечно, тоже возьмем.
Сюда, значит, пойдут коктейли Молотова. И наделаем еще блоков. Ой-ой-ой, подожди, штук. Давайте 30. Пусть будут, чё бы нет. Это сюда. А это сюда. И нам нужны ремонтные наборы, кстати говоря, пока я не забыл. Так. Таблетки есть, еды немного есть. Сейчас мы добавим еды. Бензин с собой. Так. Что у нас тут по еде? Блин, ну здесь еще долго. Вот это, кстати, можно сожрать. Это я делал ранее, у меня есть уже такой рецепт, видите. Это можно тоже сожрать. В принципе, 10 штучек, я думаю, хватит. Остальное мы найдем по дороге. Что-то мы все равно будем там лутать. Так, 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 вроде бы все. Все, что хотел, я взял. Это сюда. По модификациям давайте еще пройдемся. Металлические шипы. Я пробовал вставить, но, видимо, либо колючая проволока, либо эти шипы. Попадание снижает показатели брони противника на 20. Ну, смысла нет, я думаю. Здесь у нас... Блин, так не могу почитать. Рукоять я, по-моему, тоже не могу сюда вставить. Здесь всего 3, да, и все не заполнены. Кровотечение. Ну, кровотечение лучше все-таки. По ощущениям. Это иногда поджигает. Для освещения и поджигания. Вы знаете, нет, наверное, давайте-ка я вот эту вот сниму штуковину. Мы можем вставить ее во что-нибудь другое. А сюда... Сюда мы вставим вот эту рукоятку. Приходит в негодность. Будет покрепче, да? Да, рукоятка у меня только одна. Возьмем ее. И вставим вот сюда. Топор у нас, по-моему, тоже заполнен. 3 штуки. Можно в лопату вставить вот эту вот херню. Сюда, по-моему, она не вставляется. А, нет, вставляется, смотрите, интересно. Или нет? Нет, это... Ну-ка. Вставляется, но места нет. Здесь у нас закаленная сталь. Урон по блокам. Само оружие приходит в негодность на 15% медленнее. Ну, не знаю. Восстанавливает одно очко жизни каждые 5 секунд, когда уровень здоровья опускается ниже 50. Вот я только не знаю, нужно это держать в руках, мачете, или оно так работает. Здесь у нас что? Здесь есть место. Давайте вот сюда вставим. А, нельзя, да, почему-то? Почему нельзя? Не вставляется сюда. Здесь у нас утяжелитель, он... Добавляет возможность оглушить или замедлить жертву. Это абсолютно бессмысленно на гаечном ключе. Ну, на трещотке, вернее. Снижает расход выносливости для оружия ближнего боя на 10%. Но в трещотке тоже оно без нужды абсолютно. Давайте посмотрим, что мы можем ставить более полезное в трещотку. Да особо-то и ничего. Трещотку мы полезного вставить не можем. Пусть это будет здесь. Тем более, что и модификации особо в трещотке нам не нужны. Разве что на прочность какую-нибудь. Говорили мне в комментариях, что должна быть какая-то модификация на перезарядку, но я не вижу. Я такой модификации не вижу. Кстати говоря, бур мы брали с вами... В качестве награды, по-моему, 5-й. Где вот он? Куда я его дел? Не мог же я его продать?
Да, собирался уже, собирался продать, но нет. Что у нас здесь еще интересно? Ну, пистолеты это все на продажу. Единственное, вот здесь есть полезная модификация, наверное, я ее заберу. Они не для продажи, эти модификации. И вот эту обе заберу. Вот эту, наверное, пора вставить в наш автомат. Хотя и автомат уже, он, в общем-то, себя изживает. Нужно уже какое-то другое оружие. Более качественное. Так. Да. Значит, бур сюда. Этот мы разбираем. Я думаю, что его можно даже просто разобрать не на продажу, потому что он всего третьего качества. Хотя, он и так стоит 800 монет. Давайте мы его все-таки на продажу. Эти модификации мы пока выложим. В калаше у меня рукоятка, магазин. А, такая штука у меня уже есть в калаше. Вот сюда можно вставить, кстати говоря. Вот так и вот так. Но все это не влезет, конечно же. Разрывные пули искалечить ногу. Здесь это без нужды. Так. А магазин сюда не вставляется, к сожалению. А сюда? Вот, есть место. Давайте увеличенный магазин. И вот эти пули. Не так, чтобы это здесь было прям сильно необходимо, но пусть будет. Это вроде бы как увеличивает урон. Да. Общий урон. Пусть будет. Так. Ну и что у нас тут? Лазерный целеуказатель. Разве что вот сюда вот еще вставить. Да. Можно вот так сделать. Как это выглядит? Давайте посмотрим. Но хер знает. А где у меня... Ну, работает. Почему я не включается у меня? А, это он лазерный указатель включает. А подсветка вот так. То есть, если мы берем оружие с этим указателем, то мы включаем его. А налобный фонарь наш при этом не отключается. Странное решение, конечно, как и этот целеуказатель бесполезный. Но пусть будет, он увеличивает урон. Так, бур на продажу. С собой я его брать не буду. Просто на продажу. Перезаряжаем все. Время уже, блин, 10:30, а я еще никуда не выехал. Но вы сами просили, друзья. Сами просили. Я все это для вас показываю. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь осталось. Это все забираем, выкладываем. Единственное, что бензин сюда. Я сказал, выкладываем, а не выбрасываем. Чинимся, кстати говоря. Да. Надо будет деньги еще взять на тот случай, если вдруг у того торговца будет автожир. Жертву лишнюю выбрасываем из инвентаря. Так, и пистолетные патроны тоже мне с собой не нужны. 30 этих самых. Пополним запас вот так. Всего 7 бутылок воды почему-то у меня. У меня таких бутылок больше нет. Но пусть будет лучше 7 таких. Этих мы найдем, скорее всего, по дороге. Есть пить мы не хотим. Здесь все приготовилось. Но я думаю, что все. Дольше откладывать смысла нет. Надо выдвигаться. Нет, подожди, куда выдвигаться? Деньги. Надо взять деньги. Возьмем одну вот эту конфетку.
Возьмем деньги. Я думаю, что 3 стака вполне хватит. Возьмем на продажу то, что можно смело продавать без дополнительного геморроя. И вот это вот. Снайперка 5-я. Здесь у меня какие-то разные снайперки. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, это какая-то другая снайперка. Давайте сравним. Урон 89, размер магазина 12, диапазон 61, прочность 389, урон 116. Но это с модификациями, со всеми вот этими. Давайте попробуем модификации пока что убрать. И что мы получаем? Урон 92. Магазин больше, но урон меньше. Нет. Модификацию обратно вставляем. Но эту снайперку я... Че он сделал? Лишний блок. Ладно. Эту снайперку я пока продавать не буду. Пусть она будет. Пусть она будет здесь. Все, выходим. Выдвигаемся, друзья. Наконец-то полдень наступил. И сейчас, кстати, будет аирдроп. Надо его не прозевать. Так, ну это все пусть будет при мне. Выдвигаться как бы никуда. Сейчас у нас аирдроп. А после этого мы вот по этому заданию направимся. Это куда-то вон аж туда. Если смотреть карту... Это черти где? Это черти где? Даже не знаю. Дороги мы туда не знаем. Я думаю, что нам нужно через вот этот разрушенный город в разрушенном биоме ехать. Это некоторый круг, конечно, будет. Но зато мы поедем по дороге, а не как попало. Да, вот эта дорога, скорее всего, ведет куда-то сюда. Поэтому... Так, вот он, аирдроп. К сожалению, погода пасмурная, самолета мы не увидели. Но зато я в настройках изменил, аирдроп у нас отображается на карте. Я, бывает, забываю про него. Посмотрим, что нам там послали. Вряд ли что-то ценное, конечно, надо забрать, раз уж выбросили. Причем довольно далеко, смотрите, нам его сбросили. Где-то там в холмах. Между городами, судя по всему. Лаги еще, блин, гребаные. Лишь бы не на горе, только где-нибудь. Так, тут зомбятина бродит. Очень не кстати. Место такое поганое. Зомби про меня не забыл, скорее всего. Так, ну тут схема гранатомета. Лечилки заберем. Кожаные поножи нахрен они не нужны. Даже брать я это барахло не буду. Так, нам надо вернуться как-то на дорогу. Хоть на какую-то. Да, не орите. Я с вами не хочу общаться. Смотрим карту. Блин, ну мы в таком месте, что проще, наверное, будет вот по этой дороге поехать. Правильно? Да. Или нет? Нет, не проще. Нужно вот сюда. Там между холмами мы проедем. Будет так лучше.
чем по горам скакать. Час дня. Чем занимались полдня? Непонятно. И вырезать как бы я это не хочу, потому что, ну, обсуждение тактики. А, подождите, какой тактики? У меня же еще нераспределенные очки. Прямо здесь, в поле. Чего бы нет, да? Почему бы и нет? У нас 7 очков. Мне нужно вкладываться в боевые уже какие-то умения, но я вот через стойкость все-таки хочу. Хочу я... Нет, не через стойкость, подождите, а где у меня? Так, это я прокачал, выгодный бартер. Ну, тут 5%, 10%, 15% и 20%. А тут даже 25%. В принципе, почему нет? Давайте. Тем более, что интеллект у нас прокачан, а вот... Вот этот навык мы взять не можем, потому что я не взял с собой очки на интеллект. Поэтому я эти пункты пока оставлю. Да, мы вложимся туда позже. Блин, жаль, конечно, что я на базе не подумал распределить очки. Ну ладно. Да, едем все правильно. Зомби, кстати, не видно. Это не особо они спавнятся. Здесь не похоже, чтобы была такая хорошая дорога. Возможно, здесь также горы, поэтому не будем рисковать. Поедем вокруг, но по дороге все-таки. И, видимо, ночью мы будем исследовать город, который там... Ну, если там есть город у торговца, ну, должен быть, по идее, город. Так, а что я не там свернул, да? Да. Ехал с дороги. Так, это что у нас? Это что у нас такое? Ну-ка, стой. Смотрите, какой интересный домик. Я такой не видел. И забор такой. Слушайте, это прямо напрашивается база здесь. Прямо база. И там топовый лут. Смотрите, ящик с топовым лутом. Это кладбище. А вот что это такое. Это кладбище. Слушайте, ну топовый лут мне бы хотелось. А он тут прямо вот он. А тут так просто не зайти, да? То есть предполагается, что мы будем ломиться через все вот это. Но мы-то можем поступить более прогрессивно, да? С вами. Что нам мешает сделать вот так? Так. У вас тут всего двое? Нет, трое. Они не могут вылезти, видите, из своих могилок. Такое. Патроны возьмем. Части роботизированной пушки. Кожаный капюшон. Армейские ботинки. Нет, спасибо. Это добро нам не нужно. Гробик. О, отмычки. Отмычки мы возьмем. Могилы уже выкопаны кем-то предусмотрительно. Нам остается только гробики эти залутать. Халявные гробики. Слушайте, такого вот места я не встречал раньше. Фактически на халяву, смотрите, можно разжиться довольно ценным лутом. Особенно если вот в самом начале игры
Ну, не буду брать. Для начала игры так вообще это прямо халява. Это возьмем. Немножко патронов. Так, это мы залутали. Так, вот посреди дороги просто стоит домик с халявным лутом. Удивительно. И он даже не спрятан, его прям видно. Я не знаю, разработчики всерьез думают, что игрок постесняется воспользоваться блоками и подобрать это все. Так, ну а мы тем временем продвигаемся дальше по нашему плану. Незапланированная остановка, куча времени потрачена ради, в общем-то, сомнительной выгоды. Нам нужно на дорогу выехать. Вот на эту. Не-не-не, все. Вообще, конечно, похоже, что там равнина, но, блин, рискованно. Давайте попробуем спрямить. Чем черт не шутит? Вокруг объезжать время-то у нас уже 3 часа. 4 час, блин. А ночью плутать по этим местам вообще никакого смысла нет. Ну тут... Ой-ой-ой, вода. Я, честно говоря, не знаю, как отнесется наш мотоцикл к купанию в воде. И проверять прямо сейчас не хочу. В принципе, нормально. Можно ехать. Если не будет большого водоема у нас на пути, то я думаю, что нормально. Другое дело, конечно, что по дороге нам мог попасться еще один какой-нибудь населенный пункт. Ой-о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 й. Пострадал. Это что у нас такое? Это не торговец, да? Это какая-то... А, это база военная. Нет. Сюда нам не надо. А тут город. Мы здесь были? Мы здесь были. Значит, сюда заезжать мы не будем. Там у нас более-менее разведано. Ничего интересного там нет. Вроде бы. Почти 4. Но я думаю, что до наступления ночи мы должны успеть посетить торговца. И как-то погода меняется подозрительно. И рельеф стал неблагоприятным совершенно. Совершенно неблагоприятным. Мне вот это вообще не нравится. Ну что ты, блин? Давайте-ка мы объедем вон там. Там как-то, мне кажется, получше. Риск, конечно, дело благородное, но... чревато вот такими вот делами. Здесь мы вообще не проедем. Ну давай ты, давай. Вот какой-то домик в лесу. Игнорируем его. Продолжаем напролом. Ломиться через холмы. Опять водоем. Ну, сестричка, тварь, успела ударить. Падла. Ну, худо-бедно. И тут вот я вижу какая-то все-таки местность гористая. Все-таки есть тут гора. Красотка, смотрите. Красотку я не могу пропустить. Ах ты, зараза такая. Успела меня ударить, да? Ну-ка иди. Ай-яй-яй, пострадала. Пострадала. Тушка, я имею в виду, пострадала. А мы едем дальше. Тут как-то, смотрите, полянка. Среди холмов.
Ой-ой-ой-ой-ой, как здесь все, а? Может быть, спешиться стоило бы. Не, это первый и последний раз, когда я решил спрямить дорогу. Возвращаться, когда мы будем, а мы будем, конечно же, возвращаться, поедем вокруг просто по дороге. Это, видите, расход бензина тут повышенный получается по итогу. И головняк. Ну вот более-менее ровно. Но там я вижу, что подъем идет. Сейчас мы этот холмик объедем. Походу там тоже какой-то то ли разрушенный, то ли сгоревший биом. Что-то там неблагополучное явно. Или нет? Нет, вроде бы лес. Не-не-не-не-не, дружок. Не будем мы с тобой общаться. Нет, вроде бы лес, нормально. Вроде бы нормально. Еще 500 метров. Все, равнина. Более-менее равнина. Я вижу уже какие-то постройки. Но это город. Очевидно, раз есть торговец, значит есть и город. Сейчас мы к торговцу зайдем, потом будем уже осматриваться. Причем торговец как-то на окраине города получается. Да, практически на окраине. Ну, наконец-то. Наконец-то мы прибыли. Здесь уже известное нам кладбище. Давайте возьмем. Так, все у меня есть. Деньги при мне. Есть ли смысл здесь осматриваться? Я думаю, что большого смысла нет. Есть только смысл закупить вот это вот добро. Но это все не буду, потому что это все место в инвентаре. What can I get you today? Так, у него вот книжная... О, кассовый аппарат можно ограбить. И сейф. Можно залутать сейф. Время 5:30. Попробуем взломать ему сейф. По идее, я должен дотянуться был бы до книжной полки. Но почему-то до книжной полки я не дотягиваюсь. Странно. Очень странно. Ну давай же ты уже что ты... Наконец-то. Ну, здесь такое себе, такое. Эта модификация пойдет. Это снайперская винтовка можно сразу ломать. Это сразу ломать. И это сразу нахрен ломать. Это мы сейчас все продадим. Ну вот книжная полка меня интересует, как бы до нее дотянуться. Ну нет, почему-то до сейфа я дотягиваюсь, а до книжной полки нет. Все, поломали. Many Давайте thanks. Смотреть. You've proved to be very resourceful. Работа. Here's your pay. Can you help me with my problem? Factory 01. Кто помнит, какой у нас в Factory был тот завод? На восток, на юго-восток. Factory LG-01, тоже 01. Ну-ка. Так, это тоже 01, то есть кругом у него Factory 01. Давайте возьмем вот этот вот. Расправьтесь с зомби. Просто зачистка. Возьмем. Он здесь рядом. Kind of и сразу же, естественно, мы торгуем с ним. Продаем вот это все добро. Ну, бомбы я, пожалуй, пока оставлю. Лишний коктейль тоже продам. Чтобы он место не занимал. Это продаем.
Так. 5000 мы наторговали. Смотрим. Мини-байк есть. Грузовик 42 тысячи есть. Автожира нет. Даже не знаю. Имеет смысл, наверное, купить грузовик. Давайте сейчас я пробегусь еще по ассортименту и посмотрим. Могу ли я делать грузовик и не проще ли будет мне его скрафтить? Большого смысла в этом нет. Он ничем не лучше, чем наш этот мотоцикл. Вместимость у него такая же, плюс-минус. Так, это нам ничего не нужно. Фугас, отмычки. Ну, это все нам не надо. Ну и здесь что у него? Торговый автомат, каркас, бур первого качества, солнечный элемент. Смотрите, какой дорогой. Ни хрена себе. И продать его нельзя. Потом. Вот, кстати, схема самодельной бомбы. Вот это я, пожалуй, возьму. Техноманьяк. Роботы, оглушающие жезлы, приходит негодность. Ну, для коллекции давайте возьмем. Снайперка вторая. Такое себе. Усиление. Блин, автожира у него нет. Грузовик, велосипед, мини-байк, все есть. Автожира нет. Но если грузовик стоит 42, то сколько же у него будет стоить автожир? Давайте смотреть. Во-первых, учим эти книжки. Смотрим. Грузовик. Так, нужно каркас с запчасти. Запчасти мы можем делать, каркас не можем делать. Нужна либо схема, либо качать механика. Но качать механика я не буду. Обновиться он на 46-й день. Время, в принципе, у меня есть. Можете написать в комментариях, имеет ли смысл покупать у него этот грузовик или все-таки приберечь денежки на автожир. Давайте посмотрим, куда мы можем вставить вот эту модификацию. Здесь у нас вроде бы все забито, да. А что она дает, кстати? Ну-ка. Уменьшает шум от брони. Ну... Если место есть, то воткнем. Орда, походу, пришла, друзья. Вот есть место. Сколько вас там? Да, это пришла орда. Это пришла орда. Время у нас 7:30, но что-то как-то прям стемнело резко. Прямо резко стемнело. Странно. Вроде бы здесь не разрушенный биом, ничего. Обычный лес. Почему такая погода странная? А давайте вот постреляем. Да стойте вы ровно, гады. Стрелок я, конечно, тот еще. Дубиной гораздо проще орудовать. В принципе, даже в голову целиться не обязательно. Вот эти простые зомбаки дохнут и так. А вот эта толстая, наверное, не сдохнет, если мы ей... В голову не выстрелим. Давайте попробуем. Вот так вот. И все, она сдохла, блин. Думал, она сейчас начнет ползти. Интересно, руки мы можем отстреливать? И все, и она сдохла. Да. Давайте глянем карту. Это у нас окраина города, получается. Надо осмотреться.
начнем, ну, немножко проедемся по городу. Может быть, найдем, где халявный лут, который я помню. Стройматериалы я, наверное, пока добывать не буду. Может быть, и вообще больше не буду. Короче, какой вспомню лут топовый, халявный, мы попробуем забрать. Никакой не вспомню, значит, борода. Опять какой-то завод, смотрите, вон он. Походу, это такой же, как мы с вами только что. Ну, не только что, это для вас несколько дней уже должно пройти, а для меня это буквально недавно было. Все это я записываю, начиная с завода, за один день. Так, здесь топовый лут, я не знаю где. Да, такой же завод, блин, это еще на 2 дня. На 2 дня еще приключения. Хотелось бы, конечно, что-нибудь новенькое. Это у нас завод еды. Абсолютно такой же. Или нет? Нет, это другой. Это другой завод, друзья. Этот мы не исследовали. Хорошо. Это уже хорошо. Это уже радует. Там у нас развалины. Слушайте, ну город, конечно, большой, но вот почему-то такая погода странная. Как будто какой-то то ли разрушенный биом, то ли что-то такое. С чем это связано? Вот халявный лут. Вот здесь есть. Давайте сюда наведаемся. И вон там на водокачке тоже есть. Мы туда тоже обязательно зайдем. Задание этого уровня, наверное, мы выполнять уже не будем с вами. Поэтому беречь эти здания нет смысла. Водокачка у нас 4 уровня. Не знаю. На водокачку у меня нет желания идти. Больше. Есть контакт. Двое, что ли, тут только? Да, двое. Хорошо. Перезаряжаемся. Пустота. 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 Масло. Возьмем масло. Так. Вообще, наверное, стоило конфетку сожрать. Но у меня их всего 3 штуки. Давайте возьмем. Сожру конфетку. Если что, у торговца, может быть, сможем их купить. Блин. Патрончики. Так, а вот здесь вот... В отсутствии бура только лопатой можно ковыряться. Какой-нибудь бы автоматический пистолет, знаете, по типу там УЗИ, что-нибудь, или аналога какого-нибудь. Так, ну, вот это мы возьмем. Вот это мы пока что возьмем. Давайте, может быть, если я успею, пока действует наш баф, залутать водокачку. Но это будет, друзья, в ночном эпизоде. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.